Пушистый член семьи, говорит Ирина Ежиченко о своем питомце. Зовут его Димон. В семью он попал 8 лет назад маленьким котенком. Сегодня это серьезный взрослый кот. Только приболел немного, отмечает хозяйка Ирина. Перестал кушать, отказался от корма. Ну, пришлось прийти посетить это заведение, жалко. Сегодня ветеринарная клиника принимает по новому адресу в 11-м доме 3-го микрорайона. В отдельном кабинете идет экстренный прием больных кошек, собак и других питомцев, а также проводится плановая вакцинация. В остальных помещениях – ремонтные работы. Ремонт проводим практически своими силами. Ну, стараемся достаточно оперативно для того, чтобы уже после Нового года начать полноценный прием домашних животных с проведением операций и других процедур. Помещение, в котором мы записываем интервью, в скором времени станет кабинетом для приема животных. Рядом будет операционная. А пока ведь лечебница идет ремонт. Однако тем, кому нужна помощь, ветеринарные врачи ее окажут. Мы оказываем возможную по нашим условиям помощь лечебную, плюс все необходимые вакцинации. Вакцины у нас в достаточном объеме для любого количества вновь там прибывших и тех, кто уже есть на сегодняшний день в городе. Вот. И плюс дегельминтизация, лечебная работа. То есть мы сейчас, в принципе, проводим все, кроме оперативных вмешательств, так как нет условий. Поэтому и режим работы ветеринарной клиники сокращен до 15 часов. Напомним, теперь городская ветеринарная клиника расположена напротив развлекательного комплекса «Супермакс». Екатерина Склюева, Алексей Магин, новости Губкинского.